Да, силуэт ФК, я понял. Вставайте, есть. Надо было доплеть. Ладно, падайте, короче, Начала падайте. война. Ладно, сейчас я просто найду других нахуй людей, блядь. Пускай они нахуй там АФКшат эти, блядь, черти ебаные нахуй, заебали. Тут холипал, блядь. Я уже четвертый раз упал. Бля, мужики, Эжис, что-то хуёво. Блэк, ты тут, блядь? А Заебали чё, нахуй. Ну, два хила, блядь, хилит нахуй. Точнее, один, блядь. Еще подожди, после этого моба спекнуть. Блять, больше всего бесит клоуны нахуй. Ну, плюсует рейд, блять, уже набирается нахуй. Тут, блять, потом отходит на полчаса. Долбоёбы, блять. Потому что... А, да, я каски нажал. Ладно, блин. Ну заебись, стеклка сделал, красавчик, ну. Лучше. Я на хп крикну. Хулипал MP5, который этот, в этом противой ты каски. Да, я уже дал каски. Спасите сразу весь трафик бомбах, потом ничего. Блэкич, 500 кп на майна. За АФК, блядь. Съебался и нихуя не сказал. Мы выпанулись на трэш, на варанзе из-за тебя.
Да я шучу, хила спекать. Сейчас будет с ума, если ты в дискорде публику. Демоном ты пойдешь. Или там есть демон, все-таки рядом. А, там есть демон, несколько мучится. Короче, иди, кем тебе удобнее, мне похуй. Там будет два демона. Пиздец, что за глушение, ма? Че за хуйня? У меня скиллы по 6к бьют, блядь. Ну ты дебаф на мобе почитай, когда он крутится. Наведи мышку там, блядь, почитай. Ты шо, Кунка, не слышал, блядь? Русов нахуй в помойку отправили, блядь. Сказали, вар нахуй вообще не класс, блядь. Вар говно, блядь, коричневое. А да не, недавно персонажа исправлял просто. Думал, маска может забагалась. Шка, поставьте, маните всех, кого нет. Два приста, которые вот этот Нейтра и Катриона, максимальный диспел по времени. Когда эта хуйня кидает молнию скверну. Вот этот дебаф со всех диспелить. Вдвоем. Там два шипа есть, можешь вот ДК в принципе. Я бы ДК спекнусь. Дайте столик маги. Можешь вон, короче, ну, можешь вон холики быть. Не знаю, смотри с ним. Метки влево-вправо выносите. Главное, подальше от рейда. То есть не играем через центр, правильно? А? Играем через центр. Да, играем через центр, влево-вправо метки выносите. Понятно. Рандомно на двух человек будет кидаться. Мелики от сокрушающего удара отходите и на первобытном ужасе становитесь спиной, босс вас не фернул. Все, это все, что вам нужно знать. Кушайте, метки одна влево, одна вправо, или две влево, или две вправо? Можете хоть одну в одну сносить, не похуй. Понял. Главное только, когда там две метки, ну две лужи будет в одной, третью туда не выносите, то может ёбнуть. Одну в одну можно. Все остальное слушать, я на пламах. Фласки поупивайте масло там. Блять. Монстр Тимми, блять. Лок, который демон, блять. Смотри за своим питомцем, блядь. Заспел. Керу дайте. Метки вынесли. Монстр Тимми, Раймонд. Быстрее, блять, что так долго, нахуй? Правее чуть сдвиньтесь там. Два вагона, хуй его метки вынесли. Диспал. Спиной Сталик, босс, спиной. Мелики отошли. Диспал метки вынесли, Войт и Апостол. Диспал прохил. Диспал. Метки вынесли и спиной стали.
Прохил. Давай бал. Миля, пошли. Ребахните шамана там в вагонуме. Метки вынесли Нейтр и Вансент. Диспел. Спиной Сталик, босс. Вы умрете. Диспел. Метку Блэк, Ридик. Диспел прохил. Блэк, не Блэк. Лапочка, дай БР по Ридике быстрее, милики отошли. Иннер и Музолей. Рибафнули шамана, диспел, блядь. Кулка Пеба вынесли метки, дай Блэк БР еще раз по Ридике. Угу. Фир спиной, Сталик босс. Рибафните шамана, поставь монотайт, дай гимна ману этот Дубяра. Да. Метки вынесли Кром Вансент. Диспелпер. Милики отошли. Диспел. Спиной Сталик поспел. Диспел. Метки вынесли Монстр Тимми, Раймонд. Рогу продиспалить. Метки вынесли, Катрион и Кром. Милики отошли. Спиной Сталик, босс эфир. Диспал. Два хила сдохло. Прохил рейд. И продиспалить быстрее. Шипешки помогайте. Дубяра, диспаль. Мас диспал, можешь в РД докинуть. Метки вынесли. Асус и механичка. Диспал. Наказал кунку нахуй. На хамта что-то выпало, какая-то хуйня. Установился, скучать, установили быстрые стрельбы. Че, опять нахуй? Хант у нас один, ладно, повезло, блядь. Хуйня, короче. Конечно, говно. Говно, нахуй. Так, Войд, твое первое, а не, стоп, нахуй. Холипал, который кап, короче, будешь кап, ебал твой ник полностью читать. Этот, забери тьму, на первое дыхание твоя ЭМА будет и массакра. Если нету макрос на канцеларусе, массакры бабли тогда. Ты услышал, кап? Красава. Дальше Войд заберешь потом тьму. На втором дыхании дошима. Значит, ты на третьем. И плюс 6 банчу. Не, там служи в пизду. Первое дыхание, как показала практика с пугами, самое опасное нахуй. Ты юзаешь, что надо? Из РДД кто у меня из моих есть? Асус. И все, блядь. Больше никого. Там на 20 секунде на тебя хуйню вешает, а уешь еще 15 метров вокруг. Это не юзаешь панцирь на нее? Перед ней? Ладно, давай, Блэк, ты тогда перекрой. Асус, одну ты в РДД перекрой эту сферку ебаную. Если что, Блэк там перекрой. В великах. Беба, короче, Элтон, кто-нибудь из моих перекроете. Потом будут метки кидаться на вас, пончики выносите, особенно с мелизоны, нахуй. И выходите, там такие фиолетовые
появятся типа лужинки. С них выходите. Когда, блядь, он будет кастовать каст погружения во мрак, я озвучу, забежали в пончик. Значит, вы забегаете в этот пончик. Пока каст не закончится, выходите, потом идете больше дальше у вас. Также будет такая вот зона, типа фиолетовая, увидите. Ну, вот, вот эта местность, потому что сейчас она станет такой фиолетовой. С этой фиолетовой хуйни выходите. Все остальное, сколько терпена поломать. Красава. Ой, давай, чувак, поехали. Блять, у меня тут нет макроса. Тогда пойдет через мой ДБН. Вот не тот, тут не тот. 2-1. Кул, поехали. Блять, Агера кидает только. Ладно, похуй. Сверху он перекрой, там Вансен, стой в ней, только не выходи, блядь. Милики отошли. Ладно, не нажимай, Сагру, не нажимай. Не нажимай вообще ничего, Холипал, не нажимай. Я тебе скажу, когда нажать. Ну, сейчас нажмешь Амана, тьму, а Сокру оставляй, сколько. Нажимаем, а? Забери Войд силы тьму. Гера нету, поэтому так нажмешься. Войд по отдыханию дальше, тьма. Кто сейчас выходить свой дзен? Метки вынесли пончики эти ебаные. Особенно смели. Выходите с фиолетовой хуйни. Холип. Сейчас сокру дашь. Сокру дай и нажми маны смогут. Метки вынесли пончики ебаные. Готовимся заходить в касс. Зашли в пончики, зашли, зашли, зашли в фиолетовую хуйню быстрее. Все, вышли дальше на майон. Прохил. Дай, отдай тьму Насте, мой. Бейте. Нажимай, Настю. Вынесите эту хуйню, милики, сейчас все сдохните. Блять, опять на 5% маны, блять, тканевый наруч. Они что, переделали специально? И вот какой раз уже четвертый? Да, они долбоёбы тупые, блядь. Надо кому-то блядь. Ноги вот эти крит-хаст латные. А, блядь, это нахпал. Экстемп, это пиздец, блядь. С меткостью надо сделать на 5% ману. Хуе, блядь. О, меч возьму на танка, нахуй, если не надо. Пошли на собаку. Не знаю, я обезьяну посажу за ПК, она лучше нарисует, блядь. Нахуй. Контент, блядь. Это гений, блядь, ты что нахуй? Он только обижается, когда его осуждают. Да он упрямый стал, пиздец. Число у него до небес поднялось, когда его сделали, блядь, ответственным за это. Нахуй его вообще он тогда нужен? Верните его там, Зулгуруба рисовать этого маунта, блядь. Тигра ебаного. Он что, художник, нахуй? Да хуй знает, кто он, блядь. Меня мутики обгоняют. Так, ладно, все, тихо, 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 тихо. Так мутики нормально дамажат. Этот, блядь. Короче, пацаны, ребята, девчонки. Самое главное. Кроме того, что я сейчас вас назначу, кто где стоит, там плюс-минус и так далее. Самое главное. Поезда будут так называемые... Шквальный обстрел, короче. Появятся такие фиолетовые и зеленые лучи. Выходите с обоих этих лучей, с фиолетового и зеленого. Это очень важно, блядь. Все до единого, блядь. Кто стоит, кто будет стоять в РДД-зоне, вот со стороны печеньки, да?
Вы набираете рейндж 10, в шахматном порядке просто становитесь, рейндж 10 друг друга. И, блядь, минимально двигаетесь, на вас будет зеленый дебаф. Вы минимально двигаетесь. Только на шпальном обстреле выходите с этих лучей. Больше никаких действий не совершаете. Если на вас кидается метка, блядь, убегаете куда-нибудь в стену, там дохните. Шаманы, самое главное, особенно тебя, апостол, касается. Не вставать, блядь, никого не бэрить без команды. Через СС тоже не вставать. Надеюсь, с этим разобрались. Теперь по милишникам. Сейчас, подождите, немножко перекину пати по-другому. Так, первая пати, смотрите. Вы будете бить изначально босса, ну то бишь все время. Да, рыбу сейчас поставлю, рыбу хавать. Вы бьете босса сразу, да? Ну и вторая пати тоже начинает. Когда скажу, вторая пати съебались, там будет лужа. Вы туда куда-нибудь в трусы, блядь, отходите. Соответственно, держите рейндж. Будет кидаться такая лужа. Если будете не в рейндже, там ёбнет. Одну лужу вы плюс-минус переживаете, ну все. Две лужи могут шотнуть. Ну, роги, там ложный выпад, там они по тремя лужами проживают вначале. Там уже, когда стаков дохуя будет, то три лужи будет убивать. Максимально милики прыгаете, все время пробел нажимаете, там двигаетесь, чтобы вас не застанило. Если это фиолетовая у вас метка. Зеленый, наоборот, просто стоите тупо. Чем меньше движений совершаете, чем лучше. Первая, вторая пати мили зона будет. Плюс Блэк и Катриона. Можешь ДЦ Катриона здесь пекнуться. Ну, в ДЦ спекнись, будешь ДЦ, да. А чё, сильную пуху уроги не берут в правую руку? Он, на эфлике. Я тоже что-то не понял на эфлике. Да, посмотрите, вроде как 271 надо передвинуть в правую. Да похуй, передамажить все равно нахуй. Кунка, смотри, это правая. Все, тихо. Короче, главное, ну, слушайте и отключайте ебаных выходить. Еще раз повторяю, на кого кинет такая, блядь, стрелочка, либо фиолетовая, либо зеленая она будет над головой. Выносите нахуй ее в стену. К стене. Если вы приз там. Ну, ШП, да, вы можете диспой пережить эту хуйню. Рок под ложным выпадом это тоже переживает. Этот, маг глыбой там, ну и так далее. Пал Бавлом. Кап дашь на первые поезда с окру, там лужа кинется, может кому-нибудь засейвишь. Еще раз вообще на плыбах. Апостол. Давай, чё будет, Пэк? Всё равно, блядь, ну... Клоуны, что ли, блядь? Похуй, всё равно, мы пойдёмся, наверное. Геру, давайте, ДПС. Вторая пати ушла, раньше набрали, сейчас лужа будет. 5 секунд. РДД раньше наберите нормально, адекватно, лужа мили. Милики, сотрясающе аккуратно отходите. Метки, эффект и кром. Кром под ШВ, эффект, ложный выпад нажми. Выйди с лужи быстрее. Второй пати возвращается или нет? Пока нет, смотрите, обстрел сейчас будет. Выходим с лучей, вышли с лучей быстрее. Пизда нахуй. Охуенно вы въебали, парень, красавчики. Второй пати можете пока бить? РДД раньше держите. Блять, ты РДДшник из нахуй, пиздец. Все, вторую пати пришло, сейчас лужа будет. 7 секунд. Как только лужи кинет, можете подходить. Лужа мили.
подходить. Меч. Разошлись. Сейчас по ночь по одному думаю. Ну уже РДД. Бейте, второй пак, бейте. Блядь, держите раньше, РДД, вас там не так много осталось. Вы чё, блядь, клоуны, 10 метров раньше набрать не можете? Пиздец, блядь. Настя, бабл есть? Земля пухом ты. С поездов вышли? Вот, красавчик, чё и конфликт захуярил. Ладно, падайте. Короче, это весь босс, блядь. Вот ходите с ебаных лучей, РДД. Блядь, ну напишите слэш range 10. У всех же ДБМ есть, ёбаный урод. Вы умрёте. Падайте. 48 фаталь. Ребят, ну просто, блядь, наберите нормально рейндж РДД изначально. Станьте в шахматном порядке. 10 метров рейндж. И все, блядь, стоите АФК нахуй, бьете босса. Только, блядь, вот на поездах вы отходите от лучей. Потом обратно возвращаетесь на свои места. Это ж несложно сделать. В чем проблема? Если вы держите рейндж, вы не сдыхаете. Вообще никак. Хамить. Что? Крестом отойдите, пожалуйста. Раньше наберите. Нейтра, ты тут? РДД, запулится босс, блядь. Ну, наберите нормально рейндж. Просто адекватно, блядь. В шахматном порядке станьте 10 метров, и босс упадет. Главное, еще от этих лучей отходить, и все будет заебись. Давай, счет, поехали. Только, блядь, не запутайте босса раньше времени, пожалуйста. Блядь, вы заебали. Нахуй раньше времени двигаться? Кто спойлил? Ставь без лута, нахуй. Или кикни вообще. Ну, наверное, кикнуть. Второй пати ушло, 5 секунд ложим. РДД ложим. Один, блядь, умер все равно. Монстр ми и билет, выйдите куда-нибудь там к стене. Нейтра. Да, выходим. Выходим. Вышли, вышли, скучай. Вы умрете.
Бейте пока. Держите раньше, да-да, там вас меньше стало на 3 человека же, блядь. Бой ты, Кунка. Кунка, шивай, может, ко мне подойди. А я к тебе сам подойду. Мили, отошли. Ой, этот лужа РДД. Бейте, бейте, Мили. Аккуратно, сотрясающий удар. Близко не подходите. О, Гамиль, блядь, дай я сокру. Ой, пизда, нахуй. Ладно. Я проебался. Потрясающе аккуратно. Рит и Нейтра. Поезда. Отходим, выходим, случай. Вышли, случай. Ой, там шлик ебанули. Вы умрете. РДД и милики, блять, когда поезда, пожалуйста, не пересекайтесь. У вас есть место там назад отпрыгнуть? Нейтра, ну, блядь, что у тебя с головой? Понимаешь, на тебе зеленый дебаф висит. Ты подходишь в мелизону. Ты хуяришь по, ну, блядь, конфликтам, по всем, понимаешь, что это или нет. Зеленые и фиолетовые дебафы не должны пересекаться. Поэтому специально делится, блядь, на две пачки рейд. У вас достаточно места, блядь. Вот, вот, вот у вас, блядь, вот смотри. Вот тебе череп, нахуй. И ромб, да? Вот эта красная линия, блядь, по череп и ромб, нахуй, которую нельзя пересекать РДД. Do you know? Yes. Поэтому от лучей можешь отходить назад, а не вперед. Рыбу хавать. На полу ма. Да вы заебали, клоуны. Вы, блядь, можете не подходить боссу изначально и не пулять его нахуй, когда не надо. Сука, заебали нахуй. Гера, давайте. Не дебаф еще, блядь, кинулся нахуй. На кого зеленый, на кого фиолетовый. Охуенно, блядь. Ай, блядь, иди зеленым в РДД зону где-нибудь тусуйся, эффект. Иди, давайте это сбойдем. И заново. Да, это, наверное, идеальная мысль. Только не эвэдите, умирайте все. Пизду. Встаньте все в одну кучу, вон в ромб. Ну это для тебя специально было. Увидел, как по рейду ебашит, когда милики с РДД сбегаются? Зеленый и фиолетовый дыма. Я стоял сзади вообще, подбегал чуть-чуть, чтобы отхилить тебя. Не надо, я сам подымусь, если что. Я скажу, когда мне надо будет прохил. Близко к мелизону не подходи. Сзади был вообще. Это последнее было.
Он уже стоит починить. Фулбаф, быстрее, поехали. Давайте, сомпитесь, блядь, здесь нет ничего сложного. Отведите нахуй от босса. Спулите, потом раньше наберете. Станете аккуратно. Билет. Даже что мне писал Малич. Он бегает. Красавчик, билет. В следующий раз, когда будешь отходить, напиши хотя бы это в чат. Давай отчет. Раньше набрали сразу ряды. Геру дали кубы твои. Второй патчи, что уже 5 секунд. Раньше нам брали. Лужа мили. Идите меч. Билет, Раймонд, вынесли метки. Раймонд глыба, если есть. Возьмите. Угу. Второй патчи, уходите, сейчас будет поезда. И этот и выйдет. Поезда. Вышли, 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 случайно. Ясно. Пол рейда лежит, блядь. Ладно, в пизду, не хочу его. Метки effectical конфел. Под конец нажмите ложный выпад и отойдите. Ложный выпад и отойдите. Нардал умели лучше. Ложа сейчас будет разводить. Разводил лучше. Метки Монтерми и механичка. Поезда вышли случай. Красавчик. Лужа мили. Но лужа сейчас будет. И метки кром беба.
Нет, там уже не добьют, метки сидят. Угу. 18 лямов. Блять, они еще тратят эту хуйню, короче. Заебало. Ну, люди нихуя не понимают, нахуй, что происходит. Не портите настроение перед хэм. Да что так хэм, блять, детский сад, нахуй, перенерфленный уже. Ой, блядь, сейчас сдохну, нахуй. Пизда, блядь, все, последний свой еще сдохну. Падать. Тебе бывает за костями не видно с ордой зоны. Да я хуй его знает, ну типа ты ебалово, понимаешь? Ладно, если б люди от меток тупо умирали. А так, блядь, ну, типа, кидается, блядь, лужа в милишников, блядь. И кроме этого еще два орды таким-то макаром умирает. Без меток, блядь. Что это за хуйня, хуй его знает. Да вторая пати, кажется, только мешает меликам. Все равно луж-то хуище. Миллиард, нахуй. Кого? Второй пати меликов. Не знаю, не все так, может. Ну, за босса должны отходить перед лужей, плюс-минус. Я не думаю, блин, ну, типа. Тут РДД сам факт просто, что у меня от лужи, блять, хуёво раньше держит. Такого не должно быть. Давайте еще на полмав поехали. Давай еще ты поехали. Колясочник, ты будешь дамажить сегодня, блядь? Я думал, это ты мне, а потом вспомнил... Вторая пати ушла, если бы уже будет, 5 сек. Много миль. Бах, нахуй. Асус, Винсент и Раймонд. Должны пережить глыба. Сейчас поезда было, пора. Поезда. Вышли. Вышли. Опа, блядь. Бах, нахуй. Я хуею, блядь, черты дрена. Ебать, вы рендж держите, пацаны, блядь. Падаем, нахуй. А, метку вынес, я понял. Красавчик. Вы умрёте. Умрёте. Ладно, все, теперь точно последний пул хватит. Роли лут. Идем, пизду. Сиди тут вайпится. Блин, ну печально, конечно. Все в ваших руках. Или в ногах. Возможно. И, сука, соберитесь нахуй. Ну, сейчас смотрите еще один экран, блядь, а не под стол. Феникс, это, я там допизделся, один приз придет от СЛКХ. Ну, если он не нужен будет, то может нахуй послать его. Но если нужен, то он придет. Но обещал прийти. Че за приз? Так, один явнувший недавно.
Ну, только вот есть еще спек хила, просто еще сделать от двух хила ДПС на уровень. Нахуя? Это хватает и без ринжи, и без ринжи, чтобы на хил не вот. Здесь не надо хил еще один. Варда, типа, это должно прохиливаться, типа, если варда, да, типа. Не знаю. РДД, после пула сразу не бежите на решетку. У вас ну, хватает дистанции, чтобы его пиздить. Сейчас на клуба. Давай, счет поймешь. Все, это реально последний еще. И побежали, блядь, в кучу. Нахуй я, блядь. Раньше уберите нормально, адекватно. Не дамагите больше. Там потом вправо можно будет передвинуться, если что, РДН, когда я босса подведу после поединка. Вторая пати ушла быстрее, лужа. Сейчас бы, лужа мили. Нейтро, нет. Нейтро, уйди куда-нибудь. Бля, сейчас в центре лужу разольет. Сейчас. Признать, ну. Признать. Лучки отошли. Ложа 5 секунд. Рапать утра. Метки. А, блядь. Метка не может. Черный книжник, блядь, уйди! Ложа мили. На лайтбаун, на всякий случай. Может помогать. Блядь, сейчас я босса немножко выиграну. Блядь. Ну, ждите, короче. Уйдите, блядь, с решетки, РДД. Тихо, пожалуйста, помолчи, блядь. Если не долбоебы, значит, это я, блядь. Аккуратно, щит лучше будет. РДД лучше. Поезда. Метки вынести, Раймонд и механичка. Случай вышли быстрее. Бах, нахуй. Красавчики. Заебись, случай выходит. Все, сейчас лут разрушу, хватит. Дрочили это мяч. Давай еще один последний. Не, хватит, пизню. Хорошего помаленьку. Ну давай, блядь, обис один, блядь. Может они соберут. Нихуя, боги не учатся, нахуй, показывают практика. Просто я вот наблюдаю за РДД, они просто вот только пул босса идет, они все сразу на решетку убегут. Все, это пиздец. Из моих хотя дистанции бы хватает еще даже до решетки не доходить. Бить его. Так, поехали по лодке.
Потому что, блядь, понимаешь, ну, я своим рейдом прихожу, закрываю эту хуйню за 20 минут, на фулу ухожу, ну. И люди, блядь, от лучей отходят и всего остального. Здесь РДДшники от лучей отойти не могут, хуярят конфликт по всему рейду. Мы из-за этого вайпаемся. Еще один такой же нужен кому-то. Что-нибудь падало, интересно? Да не, говно. А, на ханта упал чак, кстати. Fuck you. А, на риду надо. Рид обмен. Топор. На быструю стрельбу что-то там. Бля, иди нахуй. Не, это, кстати, не топовая хуйня. Ну, там что-то одна секунда у мишени КД ну, быстро стрельбу. Ну, это такое. А что там слот? Такое? Какой слот? Ноги. А, мне помню. Это все, блядь, молодежи не берете? Нет, тут нечего брать. Говно. Я уже дал эти два ремня, там ролили. Там поговая на киллшот, бля, если еще и роль начинает. Печеньки только в десятке. Тут сразу. Просто, ебать, буду 2% критовать, нахуй. Нарочно, понимаю. С маной, блядь, охуенный. На себя водил? Блядь, не повезло! 79, Раймонд. Раймонд везде обмен. Блядь, и здесь не повезло. Тревонный обмен. Ухо. Танк. О, вот это мне. Ебать, это рул сотка, а потом 99, ты чё, блин? Чё? Я топовый. Давай, блин. Наконец-то пуха нормально. Всё, по луту всё, ноги я ханту сразу. Ну и остался этот топор. Могу на успех кому-то надо или ещё чё-то. Вроде такое есть. Все, парни, удачи. Good luck, have fun.